Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Илья, и сегодня я вам расскажу, как вы сможете прокачать свою тачку с помощью одного гаджета. У меня в руках находится гарнитура с функцией зарядки, или зарядка с функцией гарнитуры, на которую как минимум стоит обратить свое внимание. Первым, что бросается в глаза, так это три порта USB для зарядки. Их суммарной силы тока должно хватить для одновременного питания любых трех устройств. Первая мысль – зачем так много? Но как я понял, это на самом деле довольно удобно, когда можно заряжать все свои гаджеты одновременно. У меня пазлы сошлись именно в такую картину. Радует, что корпус сделан из алюминия, что предположительно должно помочь сохранять ее строгий внешний вид дольше, чем какой-нибудь пластиковый аналог. Ну а чем дальше, тем интересней. Помимо зарядки всех ваших устройств, этот аксессуар может похвастаться встроенной гарнитурой, работающей по Bluetooth. Снимаем ее верхнюю часть и вуаля! Вот вам моногарнитура, которая способна прожить до 96 часов в режиме ожидания и до 4 часов в режиме разговора. Сидит гарнитура в ухе удобно, выпадать из него не собирается. Ну а как это смотрится со стороны, решать, конечно, вам. Но если учесть то, что используется этот аксессуар будет в основном в автомобиле, то этот момент вообще становится непринципиальным. Крепится к зарядке эта гарнитура с помощью крепких магнитов, так что выпадать ничего не будет. Совместима эта гарнитура с большинством устройств. Главное – наличие модуля Bluetooth в вашем смартфоне либо планшете. Комплектацию помимо гарнитуры и док-станции входят еще две сменные амбушюры, так что под свою форму уха подобрать вариант есть из чего. Этот аксессуар будет отличным компаньоном в любом вашем путешествии. Гарнитура поможет вам не отвлекаться от дороги, а три встроенных USB помогут всегда оставаться заряженным всем вашим цифровым устройством. Ну а узнать цену на данный аксессуар, а также приобрести 60 тысяч других товаров, вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Желаю вам удачи на дорогах и до скорой встречи!